Кулер против Килсона за выход в финал. Такой себе размен. Килсон был... Хорошо, Антон, хорошо. Первый фраг за Кулером. Это уже отлично. Килсон сейчас будет атаковать Мигу 100%, потому что он такой. Без контроля ему очень тяжко играть. Если у него перебиваешь контроль, он прям рвется, рвется, прям дерется за каждую, как Рафа. Хуёвый инвиз. Просто полнейшая хуйня. Сейчас будет ловить его на арморе. Не понимает где. Все услышал. Вот, видите, дерется, дерется. Куда, блядь? Опять халява. Хорошо. Фу, 14, повезло. Главное не появиться здесь. Все. Хорошо. Сейчас на крейл упадет. Будет прям падать. Он прям, у него сейчас сфера... А, сферы нету. Хорош, Антон, хорош. Сзади армор, надо съесть. А... Отдал армор. Хорошо. Добивать надо. Надо добивать. Антон, блядь. Надо было фраг делать. Ёпта, ты два релгана попал по рейнджеру. Дерется, дерется, дерется. На. Хорошо, блядь. 3-0. Ракетку. 8 секунд до красного. Блять, опасность. Бля, неверная позиция, Антон. Попало, попало один гвоздик-то. Хорош. О, ни хрена себе. Самая быстрая рука Москвы, что ли? И по себя покоцать, себя покоцать. Хорошо, блядь. Руки джампса сделает. Все. Что-то жестко сожгло. Килсон психует. Не получается ничего. Уля-ля. Ой. На релган еще упадет. Ой, больно. Хорош. 5 хп, главное, чтобы на релле не появился. Нормально, живем. Попасть на релгане, ой, на миге одну. Хорош. Ух. Что-то жесткое. Первая карта за Кулером, все. Можете выдыхать, бобрята ее. Себе покоцать. Гвоздем. Молодец. Ух. Не может Килсон без контроля. Вообще никак. Он отдаил столько фрагов, смотрите. Услышал. Только не понял, где, сверху или... Да, сверху услышал. Акула. Нормально. Руки джамп. Fundamentally, he's 8 frags in the lead, and we're just about to hit the 5-minute warning. If you want to now go back to that really hyper defensive style, he could even start going for that now if you wanted. Rocket jump. Нихуя себе, Антон попадает там. Пока все попадает, Кулер. Просто все. Ёбнуться. А че он его не убил? Хорош. Неправильный выбор. Похуй.
И на гвоздя. Хорошо. Вообще без шансов. 10-0 ебет его. Блять. Килсон уже понимает, что он отдал эту карту. А, не попал стандартно, он уже нервничает. Килсон, когда не попадает, он нервничает. Все. Да. Да, мальчишка, я грязной попкой, блядь. Килсон, блядь. Что ж ты так нахуй? Вначале-то она отдавался, и все. Ага. Ух, один. Повезло. Но это уже ничего не решает. Тут 8 фрагов, 3 минуты. Нереально отыграть. Страшно уже, блядь, сферы забирает. Не попадает кольцо. Все, кулер в деф. Правильно, нахуй. Пусть ёпта бегает, блядь. Нападение. Ух. На, да все, выходи. Жестко. На, ёпта, выёбывался нахуй. Перчи свои, блядь. На, нахуй. Ух. You know, he's no stranger to this kind of pressure. Yeah, sure, and he's had hella wins online and even these LAN settings. He went into QuakeCon looking so near untouchable, and I feel like it must have been quite a, like, in some ways, almost like a smack to the ego. Придется Килсону под фейком тренироваться опять, если проиграет кулеру на скиллберере играть. Бедняга. На шоге. Ух. Хороший рокетжамп. 12-5. На, нахуй. Гагульки, ребята. Гагульки. I feel like he's a little bit more warmed up, perhaps, but yeah, there's not much else to say about this map besides that Cooler was 100% top speed, no acceleration. Well, he's got the gauntlet out. Rev. Жестко. There we go. I'll just deny a little light armor at the end. Take that, Kilson. Give me those statistics. Hell yeah. But fundamentally, that was just, I mean,
For lack of a better term, a body bag. That was a horrendous start for Kilsen off the back of a mistake. I think that's probably the worst mistake he's made all tournament. Yeah. And the consequences were dire because you're making a mistake that early on Blood Run of all maps. And I think it also... Стрейболтом просто пошел. Стрейболтом впритык. Но это, блядь, долбоебизм. Everything he did kind of... It's opened the game up more and more. Everyone's like, Kilsen, do this, I'm going to make amends of that mistake. I'll do this. But he should have just cast it aside and gone for that slow game yet again. If Nyx is getting a couple of frags lead, holding onto her weapons, that's nasty, then she's so hard to recover a lead from. As we see so many of these frags, a lot of them were just Kilsen, wrong place, wrong time, overly dedicating to fights to really try and just kind of, I think, strong arm his way back into the match rather than take the fights a little bit more naturally, I suppose. I know there's obviously confidence there if you're going for a fight because you truly believe. Молодец, Антон. Дальше. В таком же сможешь духе. And just these moments, even like down to here, the little moments where he's either just keeping his crosshair there, waiting for Kilsen to strafe right into it. His own dodges doing, I guess, the classic cooler, where he dodges things by not moving, because he knows you're just going to, you know, flick your mouse either direction. It looks like he's going AFK, but he's that's just his style, his technique for dodging. Sometimes you try it and it doesn't work, it's like, why can't I be cooler? Yeah, exactly. Сралгана. 89 Сралгана у кулера, прикиньте. 89 Ралган. Но у кулера сразу в две руки два Ралгана, как обычно. Они даже не могут вписать ракету нарисовать. Жесть. Phenomenal from Cooler, but there's not that much more to read into it. Corrupted Keep, very different playground for the two of them. We've got Aizen for Kilsen, we've got Visor for Cooler. And I feel like that kind of champion pick, the Visor's always going to be really useful on a map like this, where there are this little kind of hiding spot someone might try and retreat to. I feel like right now Cooler is displaying better combat skill. And Visor против Aizen'a. Но тут у Kilsen'a лучший пик. Right now, it looks like Cooler's going to be peppering out some of that machine gun. Has a favorable spawn, you know, piercing sight gives him that information. Наглый, блядь, кольцон, пиздец. Хорошо. Наказал за дерзость. Молодец, Антон. Kilsen really trying to kind of bully his way into the LG. The second you deny that weapon, it works out, but yeah, again, Kilsen... Спокойно, спокойно пока играет. Главное не выебываться. Если начнет выебываться, все, проиграет сам себе. Decided to go in hard. He had the turret somewhere, but there was no angle for him to have on Cooler at that point, so he couldn't get that assistance. And Cooler had a great angle. Шафт не забрал, ошибка. Не хватит шафта. Вот он, шафта не хватило прям. Бля, сейчас нападет с ракетой. Уходи отсюда, блять, отдашь фраг. Rather than having a two-frag deficit, which is currently sitting on Cooler's pretty weak here, though. This is corrupted. There's plenty of health bubbles around to collect. Хорошо, он заделейл, красный. Повезло, блядь. Повезло. Сколько там? 3? 19. И с шотганом кулер летит на шафт. Блять. Хороший шафт у кулера. Перешавчивает. Блять, ну последний мув вот это. Зачем он нужен? И сейчас контроль полный у кольцона. Ловить его на гвоздях, Антон. На гвоздях надо ловить. Пиздец, отдал опять армур. Драться за мигу надо. Хорошо. Шафт пополнить. Отлично. Не пополнил шафт, ёбаный в рот. Get your feet on it, the same spot that it lands. The thing is, if Kilsen's timing is just half a second better, then that's what he can do. Замечательно. 4-2.
Там шас лежит. Забери. На, в глаз. Ебать. Вот эта ракета все зарешала. И гонится, гонится, змея, блядь. На 100. Хорошо. 6 секунд дожить. До Миги, он сейчас прибежит с шотганом. Кулер забил. Хорошо попадает Антон. Продержаться 3 секунды. Хорошо, табуретка не попала. Давай. Табуретка. Фу, живем. Еще живем, блядь. 6-2, нахуй. Он с гвоздями уже бежит, блядь. Настигает, не может найти. Фу, тяжело, тяжело кулеру. Бля, контроль сейчас перебьет. Полный, да. Хорошо, армор есть. Но контроля нету нихуя. Дефаться теперь, нахуй. Дефаться. Бежит, блядь. Змея, змея бежит. Он хочет фраги. Ой, много. У кулера, у Килсона мозг поехал. Он просто бежит на эту, на машинку. Просто что в голове у человека? Все просто бежит вперед. Он отдает Мигу красный. Все. Это опять кулеровская карта. Жесть. Офигеть. Просто он по прямой бежит. Килсон, ты что? Идиот. Вот что значит, когда у человека нет контроля, он просто бежит вперед. Все, он его сломал просто морально. На этой карте, на первой и на вот этой. Жесть. Посмотрим, что у нас следующий. Получится так же поломать психику, бля. Вот опять бежит, бежит. Просто на машинку, смотрите, зайдет. Бежит и получает дамейдж. Все. Жесть. Да, поломали ее-то, юнца. Охуеть. Килсон, какой же ты дебил, блядь. Жесть. Все, просто даже не таймит ничего уже. Cooler's playing an amazing game, and he just looks so poised, so serious about this, and really set on getting revenge against Kilsen. And there's a common issue here where Kilsen really hard to force him. Растрепал. You know, he's getting satisfied with the stack, he's like, right, I'm going to attack another unfavorable spawn secured. That's now going to be two separate there, unable to fight back. You know, might as well tie your hands behind your back. And Cooler's recovery, sublime. Kilsen now being too aggressive, but he's in a weird position where he kind of has to be. Now the choice isn't really his to make. If he's going to make a comeback, he has to really kind of force one of these frags. Да, кольцо. Every single time and snowball it. Otherwise, he's literally not got time anymore. Oh, not again. Мига лежит, все лежит. Another one. The nails 100. Count it. Не попал. Ладно, сделал фраг. Он уже плачет. Кольцон, блядь. Пипесон. Ух. He's not able to take a fight. If he's not able to take a fight, he's not able to get any snowball effect frags that he desperately needs. I mean, 3 minutes. 3 minutes. I'm not even sure. There's not much time left, Suter. There's not. I mean, I feel like it's a similar show to, you know, this point in Blood Run, that it's, you know, just coast it to the end now. You know, a wise man right next to me once said there's still time, and I feel like there is not still time anymore. Хорош. Pick up another one. Гаврош. How many times is Cooler going to get a frag and barely survive? Exactly. I wish I could answer this question because at the moment it seems it's an unlimited amount of times.
And that's something that can get to you as a player. But for Kilsen, if we can see how headstrong he is, he'll start to bring it back in the third map. Map 3 is awoken. I believe... Ломали кальсона. Kilsen is being forced into a do or die situation in such fashion. Now, this is very, very unlike him for sure. But it creates an interesting story now between the two of them when they meet. How these results pan out. Who knows where we'll actually be when we have completed the entire set. Да, тут уже комментировать нечего на этой карте. Or what they play best of 3, best of 5 or something? Because right now it's, yeah. It's hot in favor of Cooler. I just feel like how things are going, and Cooler's been playing exceptionally well. Kilsen, Kilsen, бля. Fight happens, it is that combat skill, and that's the closest he's survived on yet. But I mean, we absolutely can't. We're talking a lot about how this is very kind of uncharacteristic of Kilsen. Doesn't really look like he's playing his best at all. I definitely think there might be an element of him being quite affected by how some of these frags have gone. It looks like he's a little bit, you know, I guess. Tilted might be the only word you can use for some of the frags. Now it's a bit different because he's having to just force the issue. Like, he has no choice but to be aggressive. But early on, Cooler's just playing immaculately well. When he has to establish control and get that early lead before he can start to really take his foot off the gas. Бежит, блядь, антилопа нахуй. He's winning every single fight. He's just always 16-3. Kilsen's kind of just handing himself to Cooler at this point. For Cooler's next trick, he's going to survive with one health. Don't say it, because he'll do it. You know he will. I'm ready. I'm so. I've jinxed it, obviously, but. I'm gonna make 99 hit points disappear. Okay. Let's not rule it out. All right, the turret's gonna help out a little bit. We'll get rid of that one. 16-3, though. What a savage scoreline. He's not really letting Kilsen have any more. He could let Kilsen do anything. Давайте следующую карту. Уже все устали ждать. Time Kilsen. I mean, for him, it's mostly just muscle memory and procedure at this point. You know, just trying to keep the item rotation going, trying to get shots whenever he can. This map was over like 4 minutes ago. Молодец, Cooler, молодец. And it's going to be a swift 2-0. Wow. Cooler just looking. Какая там следующая карта? Just huge. Wow. It's alarming at the moment for all of us watching. It's particularly alarming for Kilsen and what's going on internally there. He's got a scary Cooler to go up against, and he has to figure out a plan and figure it out fast. How many of these highlights are we going to see Cooler left with between 2 and 25 health? And I mean, fundamentally, through a lot of these replays, you get to see Kilsen being in a really unfavorable position then, and not really having a lot of stack either, because Cooler is just deleting it so quickly. And almost more often than not, how many of these replays does Cooler have more armor? And even just down to that, the heavy machine gun was such an MVP, particularly early on, where it almost looked a little bit like Kilsen was sometimes underestimating its range and damage in the spur of the moment. Like, you know, Cooler's gonna switch. Жестко, жестко. And just spray me down. Он его просто жарил нахуй шафтом. Before my eyes, another magic trick coming out from Cooler, who just looks to be on fire. But on the opposite end, there really is just something about how Kilsen is approaching some of these situations. This is the second map in a row now where he's lost a frag in the first 30 seconds. And he's kind of just kind of strong-armed his way in there, and it hasn't worked out. Mm. There were some accidental suicides. There were some really bad spawn traps on his end. A lot of frags that will definitely test the mental strength. Ну, показывайте следующую карту уже, давайте, ёбаный в рот. Clear and fresh mind, because this is very much now do or die. It's the only way. Well, looking at the stats there, obviously very strong for Cooler. But moving into the next map, where we are going to Awoken, we've got a Sorlag for Kilsen and a Doom for Cooler. I think Doom is statistically incredibly good champion on this map, but Sorlag has had her fair share of victories too. Коврик гладит, блядь. If Cooler's hitting as hard as he is, this could end up being very difficult for Kilsen. If Kilsen can... This aggressive play, because he seems to be so happy to go into these fights, especially when he keeps getting him low. This is something that could work a bit better with Sorlag, but I'm also worried that it might put Digim into a deeper. I'm anxious. Catch up. Смотрим дальше, что будет. Надо 3-0 делать, иначе начнется пиздейшн. She's gonna sort of smell blood. She's gonna do a little bit of entry damage, run in the acid up close, just melts health away, as does, you know, good use of rockets and stuff like that. And I wonder if that's gonna be almost like
an opposite effect if you're picking fights right now, the way we're currently starting to see. I guess only time will tell, and we're only a few seconds away, Zoot, from finding out. Cooler versus Kilsen. Let's do it. We're going to see if this is potentially a 3-0. Kilsen going in with that saw lag. I really hope the natural aggressive nature of this champion doesn't get used. О, пизда. Антон, блядь. Ну, Сорлок-то можно выиграть тут. Антоха. На думе-то, тем более. Если ты так не будешь тупить. Вот это ошибка Кулера, то, что он первый фраг отдал ему. Сейчас начнется отстрел Релганова. Не попадает, хорошо. Не попадает. Кулер играет осторожно, прикиньте. А на Квейконе не мог играть осторожно. Ёбнуться, бля. Чё в голове, бля? Не надо было дарить первый фраг. Сейчас начнется пиздец. О, стрейфит! Блять. Зря на джампад ушел. Давай. Блять, размена. У кого рез лучше? У Килсона, прям там. If you're gonna die anyway, let's just go out with something that means at least something for me. You know, 3-1, Kilsen still maintaining the exact same lead that he had before. And fresh off the spawn, you know, he didn't have a bad spawn either. His stack is nice and impressive. Так, Релган нужен, Релган. Ящерицу рельнул нахуй и шафтом добил. Только так это работает. Шафт на шафт не получится сбрить. Пизда. Блять. 29 кп. Все, начинается пиздейшн. Это карта за Килсоном, скорее всего. С Килсоном очень сильно решает первый фраг. Очень сильно. Если не он его делает, то он начинает подгорать. А если он делает, вот начинается такой пиздейшн. Он прям пушит нахуй. И отрейливает сильно. Тон Антон, блядь. Дерись машинкой. Релган нужен, релган. Релгана потом шафтом. Хорошо, сжёг его. Ну, там переключение оружия, но все равно. Релган нужен. Без релгана ничего не получится. Ничего не получится без релгана. Очень нужен релган. Ой, хорошо. Бля, куда, куда? Нормально. Повезло, блядь. 5 секунд. Он пойдет на рейл, скорее всего. Нет, ловит его. Так, а на шафте не хочешь подловить? Блять. Релган не давать. Не давать релган. Блять, отдал релган. Бомжонок будет прятаться. Хорош. Хорош, в ящерицу надо попадать больше. Тот занял позицию и сидит просто в углу. Чтоб кулер на него напал, он его ракетой, потом еще ультой. Пах-пах сделал. Пиф-паф. Забрал армор. Надо еще попадать релган и потом давить только. 40 мало.
Хорошо. Оп. 6-4. Можно, можно еще. Надо было Шогу взять. На всякий. Стоит, стоит, смотрит за углом. Слушает. Сейчас отдастся. Килсон сейчас отдастся. Да, да, давай, давай. Хорошо, блядь. Бля, на шафте рез, похоже. Блочит нормально. Один фраг, хуйня. Вот здесь армор и шотган. Шотган не забрал. Блять, отогнал. Красная. Нормально. Живем, живем. Ух, много попал. Так. Килсон уже боится. Блять, не попал. Обида ебаная. Мига, мига, он просто летит на мигу. Надо, 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 дожимать. Хороший 6. Бля, из такого, из таких помоев вылез. Бля, сейчас клоу надо, чтобы только не случилось никакая. Шафт, шафт пополнить. Шотган, шафт. Здесь шафт, да. Все, драться. Шафт. Хорошо. Хорошо, еще фраг идет. Сам на тебя. Нормально, красная. Блять, вообще молодец. Тот уже мельтешит, он паникует. Только надо не отдавать контроль. На миге стоять. Слева, 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 блять, на дуге. Драться, 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 драться. Хорошо. Блять, вообще нормально. Прыгнуть на аптечку. Блять, шафт, шафт. Антон, 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 Антон. Хорошо. Одна секунда. Нормально, живем. Да и все, все по кругу. В лапку ему. Ай, ай, убьет. Так, 4 фрага задел. 2 минуты. Можно. Но лучше, блядь... Хотя да, можно уже. Будет тяжело. Весь контроль отдал. Сто на сто есть нормально, полторы минуты. Пожить полторы минуты. Ух, замечательно. Хорошо. Все, принимаю его. Блять, Антон! Ебать, ты еще в лоб попал, и он испугался. Жесть! Сегодня небеса, ёпта. Кулеру боговолят, нах. In almost a very similar way. It's not as severe as we've seen in previous maps, but there was that moment again of really. Гонится, гонится жаба. Минута. Ву-ву-ву-ву-ву. Куда нет? Ой, много попал. На! Блять. Мог бы пиздануть его кулаком. Да все, ГГ. 3-0. Кулер в финале играет против Фрейзи. Ахуеть. Вы ожидали такого? Нет, никто не ждал.
Куда, блядь? Вот так-то, ребята, на. Is going to be in grand finals, officially taking revenge on the German, correcting the wrong from QuakeCon. Гугу. Гугу.